Здравствуй, зритель. Сейчас мы будем с тобой готовить морковку, капусту, морковку, лучок и эту самую, как ее, блин, звать-то, тыковку. Но так как Лёля, как обычно, забыла, да, вот сейчас покажу еще составляющие. А за луком я еще не сходила на балкон. Я покажу даже, в чем мы это будем готовить. В этой самой луке. И масло у нас тут будет вот такое вот. Так как я опять забыла зарядить камеру, то будет это, как обычно, вот такими, ну, в такие случаи бывают, как обычно, частями. Основные моменты я засниму, скажем так. Сейчас польем мы масло. У меня, возможно, тремор, я что-то сегодня вообще какая-то никакая. Я думаю, 3 столовых ложек нам с вами хватит. Вот ее надо сюда пока положить. Сейчас я схожу за луком и порежу его. Вот у нас тут лук внезапно красный. Я его, короче, очищу, порежу и потом засниму уже, как я его буду скидывать. Вот тут у нас, кстати, он там у меня, ну, первый раз я его замачиваю вообще. Завтра суп хочу сварить. Точнее, суп-то я хочу сварить из фасоли, а из него что-то еще. В общем, тут у меня половинка лука, чуть меньше половинки. Я сюда чисто вам сейчас покажу, а потом другую половинку уделаю. Режете его, короче, как хотите. И сейчас мы его пока вот сюда закинем. Но у меня еще пока никакого газа не включено. Просто одна досочка на сушилке, а другая вот маленькая. Сейчас я зажгу газик. И впервые буду жарить лучок. И мешать его этой ложкой на время занять. Так, 42 минуты у нас. Так, видно там, да? Прибавим пока этого газка. Контейнера, если что, вон там под зеленой крышкой у меня молоко, которое, я думаю, сделается простоквашей. Сейчас мы его пока прикроем. И слегка убавим газ. Взведем воду. Вот он, тут места мало. И, в общем, будем 5 минут его жарить. Периодически помешивая. Ну, я при вас один раз помешала, теперь я помешаю без вас. И есть у нас морковь в контейнере, а еще немножко моркови в пакетике на другой тарелке, где зелень была. Тут осталось еще 2 минуты ему жариться, я его один раз уже помешала. Откровенно говоря, чего-то не поняла я прикола этой ложкой мешания. И вот внезапно на камере почти уже зарядка полная. Вот что стало с нашим луком. И сейчас я как-то это туда же фигачу. Ой, мама, друзья. Thank you.
Я еще чуть-чуть убавила, да? Теперь он совсем убавленный. У меня что-то пишется, я надеюсь. В общем, у этой ложки довольно толстая ручка. И честно, если совершенно бесполезная и неудобная хреносить. Лопаточки мешаются удобнее. Либо я еще не привыкла к этой хрени. Она больше смахивает на сувенирную какую-нибудь туристическую ложку. Сделанную китайцами из гагарского бамбука. Думаю, можно ее прикрыть. Сейчас зашел. Я чутка досыпала, но тут буквально чайная ложка. Грубо говоря, нам понадобилось пока что на данный момент 3 столовые ложки растительного масла, подсолнечное с оливковым, 1 средняя луковица, не знаю, с 2 коробка или с пол кулака, или с 3 кулака, потом стакан, потому что это контейнер на 250 мл, моркови, либо контейнер. Сейчас я его заполнила, покажу вам. В 250 мл. И сколько-то там у меня с этой самой тыквы. А тыквы, скорее всего, наверное, 2 стакана тут. И сейчас ее тоже фигакну. Я тут тупо руки вытираю. Еще мы ее тут тоже распределим. Непонятная гигантская ложка. Ей даже что нож в ведре мешать после того, как он с медогонки ведро стекет. Сейчас мы это пока покроем крышечкой. В общем, напомню, лучок я жарила 5 минут, морковку тоже 5 минут. И это у нас где-то там минут 15 должно томиться. Я пока делаю тут этот укроп с петрушкой. Ну и там всякие разные рецепты я смотрела. Там, конечно, не тертое, это все было порезанное. Везде был перец. Перец я не ем, как бы от безысходности, если он в виде был готовый, то да. А так я не кладу перец этот, который горошком молотый или типа того. Но я посолю. Соль у меня для сердечников и просто всяких эльфов. С магнием и калием 30%. Я, может быть, даже ее где-то обозревала. Падает крышка.
Ну, я думаю, что можно добавить вот немножко водички еще. Хотя я сейчас добавлю эту свою размороженную и замороженную зелень. Да, я думаю, можно уже добавить немножко водички. Фильтрованная вода, вы можете кипяток добавлять. Я так, наверное, надо как-то знать, чтобы было сколько. Чапку долбаню. Где-то 150 миллилитров положим до чашки. И пока мы это накроем чисто. И вот сейчас я снимаю уже как бы это, почти напрямую, почти полноценно. Я даже немножко ожила, пока тут это все ваяло. Я ее, наверное, порежу ножинками. Кто-то, возможно, ловит анальный спазм. Это у нас, по-моему, петрушка. Просто я тут вчера помирал. Позавчера я уже поняла, что не хочу есть. Поздно. Сегодня я тоже помирал, но если бы я еще и сегодня на нее забивала, то она бы, наверное, уже ласты склеила. Что-то еще внезапно. Ну и тут у нас укропчик. Вообще, я думаю, можно взять замороженный сейчас укропчик. Хотя это тоже, в принципе, укропчик. Замороженное надо доставать там все. И выдергивать его как-то. Где эти? Сейчас я это помешаю. Наверное, из-за того, что она у меня долго лежала в холодильнике, она уже потеряла свой цвет, это тыква. Либо она тут пока парилась, стала более светлая. Я что-то уже не помню, какая она была. Но это на случай самого бюджетного ужина, гарнира или типа того. Если денег совсем нема, а в холодильнике есть продукты, про которые я совершенно забыл. Точнее, даже так, в морозилке лежит тыква, которую так вроде и есть неохота. В смысле, а что там с ней делать? Геморроица. Хоть и молоко есть, и пшено есть. Но можно делать что-то такое практически веганское. Почему практически? Потому что, я думаю, у меня там сосиска есть, хочу сварить. И с сосиской это схомячить. Так, чего это за нафиг у меня? У меня такие смутные подозрения, что у меня была не тыква, а, возможно, капуста. Либо. Но я точно помню, что у меня была тыква там. Но вот я ее кусаю, она похожа на капусту.
По ходу дела я перепутала эти штуки. Надо проверить. Вот поржут хейтеры-то, ё-моё. Ну вот это-то морковь. Хотя я довольно загадочное существо. Возможно, у меня туда случайно попал кусочек этой самой... Просто кусочек недотертой тыквы. Не, люди, это кусочек тыквы. Это не капуста. Это просто то, что не дотерлось. Но все равно может и поржать. Ржа проливаешь, слушайте, вкусно. Правда, с этой ложки неудобно есть. Помочь сейчас? Тут я пока выключу. В итоге я подумала, что, наверное, надо еще пару столовых ложек масла положить, потому что вроде как-то суховато. Но если, наверное, из свежего всего делать, может, там и не надо ложить. Так что, если вы вдруг это рискнете на свой страх и риск повторить, а у вас будет это все свежее, то смотрите по состоянию готовности. На кухпэд потом я так и напишу. После добавить еще пару ложек. В одном из рецептов туда добавлялся еще соевый соус. Но я что-то хз. Думаю, может просто какую приправку еще долбануть. Совершенно фиг знает, где у меня этот карри. Ну, то есть не особо удобно доставать. Тут стоит этот штатив. Я решила немножко куркумы фигакнуть. Тоже на свой страх и риск, если что, вы будете это делать. Хотя мои родственники много чего готовят с куркумой. И я даже это ела. И теперь, я думаю, надо добавить еще немножко водички. Чисто хотя бы смыть эту куркуму. В общем, если вам кажется, что оно слегка суховато, в общей сложности добавляйте чашку воды. Так, 300 мл. Ну, или там стакан воды. Чую, как нафиги будут говорить, на что это похоже. И сравнивать меня с каким-то Ильичом. Причем не тем, который Ленин. В общем, 42 минуты было, когда я всю эту поставила на газ. Первую самую лук.
Сейчас у нас 10 минут. В смысле, 42 минуты 5-го. Сейчас у нас 10 минут 6-го. 28 минут у нас пока что все это идет. Я думаю, может, пока выключится. В общем, счастье наше делалось ровно 34 минуты. За это время я помыла посуду, которая тут случилась попутно, и сосиски в микроволновку засунула. Вот тут у нас сосиски, кстати, углические. Я их пока в микроволновку засуну, потому что у меня тут рядом кот. Ну или хотя бы вот сюда пока поставлю, на холодильник. Сейчас мы это положим на тарелочку. И чайник я поставила. И можно покушать. Включить камеру. Просто показать, как оно есть. Еще раз. Ну, так-то я думала, включу уже, когда положу все. Получилось прилично. Думаю, хватит еще на пару раз. Если вы увидите этот ролик смонтированным, значит, я не умер. Значит, можно есть. Может, конечно, их много тут. И еще изначально, из-за чего я все это хотела. Мне хотелось вот эти маринованные помидорки зеленые. Поесть с этой тыквой. Сейчас я попытаюсь как-то тут опустить камеру, чтобы видно было. Вот они. В общем, всем спасибо, кто смотрел сей ролик. Нет, есть я не буду на камеру. Здесь я буду без камеры. Всем приятного аппетита. Как кто-то в комментах мне написал из новых зрителей. Готовим с Лёлей. Готовьте с Лёлей. Всем пока.